Рада приветствовать всех зрителей своего канала. И сегодня предлагаю вашему вниманию новые свои салфетки, изготовленные методом гелиоширования, или это как по-другому назвать, выжигание по ткани. И давайте приступим. Первая салфетка. К сожалению, я не помню, показывала ли я вам ее, но это вот такая салфетка. Такие салфетки у меня уже есть на канале. Мне кажется, я даже обе их вам показывала. Вернее всего, по одной был мастер-класс. А вот эта салфетка из атласа вроде выжжена. Она у меня в один слой. И скажу, что ее было выжигать не очень удобно, но смотрится она довольно-таки хорошо. Сейчас перейдем к другой салфетке. Вам я ее уже показывала, но не знала, как ее доделать, дооформить. И вот так она сейчас выглядит. Решила я ее все-таки сделать ажурной. И также края тоже закруглила. Вот такая нежность получилась. Следующая салфетка, она также была начата в предыдущем, в мастер-классе. Была сделана одна вот эта розочка, и как выглядит салфетка в готовом виде, вы можете видеть ее сейчас. Решила сделать также ее ажурной. Вот эта ткань, мне кажется, габардин, ну что-то напоминающее габардин во всяком случае. Она очень хорошо плавится, прекрасно делаются по краю вот эти ажурные узоры, и по центру вот припаиваются отдельно вырезанные кружочки. Мне нравится работать с такой тканью. Следующая уже была у меня подобная салфетка. Вот такие рыбки. Так она выглядит. Ну, она небольшая. И посмотрите, как переливается. Рыбки более темного цвета. И мне нравится вот работать также вот с этой тканью. Это плотная от штор ткань. Она хорошо припаивается. Следующая салфетка, это, ну, можно сказать, это проба пера, так как я попыталась совместить несовместимое. Вот это, мне кажется, либо это шерсть, либо это, ну, что-то такое, вот старинное платьице, ну, оно вот абсолютно новое, нет, юбочка, вот она была вообще в новом, в хорошем состоянии. И я решила ее попробовать, вот эту вот тонкую ткань, это подкладочная ткань, припаять вот к такой основе. Здесь еще нужно додумать, это так у меня, просто я вот эту центральную вырезала и решила, что ее лучше сразу сделать к салфеточке, а по краю нужно будет додумать, как оформить ее по краю. И последняя салфетка, которая пока что не готова, еще предстоит с ней поработать немного. Это вот такая ажурная нежность. Здесь методом аппликации напаиваются вот такие цветочки. И осталось мне напаять листочки.
Цвета еще я не подобрала, так как есть немного светлый, немного темный, но самого подходящего пока я еще не нашла. Как только найду, то обязательно доделаю ее и покажу обязательно вам. Вот так выглядит поближе. Давайте покажу. Такая вот салфетка. Мне, конечно же, очень нравится. Подобную красоту я видела в интернете, но и не удержалась для того, чтобы сделать. Хотела я ее подарить маме, но старшая дочь у меня посмотрела, говорит, она слишком маленькая будет, ну, чтобы вот на стол стол книгой, которые раскладываются. Ну, я решила, что ее все же закончу, а маме куплю ткань и сделаю салфетку чуть побольше. Ну и вот эта вся красота, которая изготовлена у меня за последнее время, еще вам покажу их еще раз для фотографии, для обложки. И на этом буду заканчивать. Ну, бирюзовую салфетку совсем стало не видно. Вот так, как-нибудь. Вот такая красота у меня находится в моем владении. На этом заканчиваю видео. Если вам нравится, ставьте пальчики вверх. Но мне действительно самой очень нравится. Я смотрю на них и прямо восхищаюсь. Такая необычная прелесть, созданная моими руками. Вы также можете при желании своять что-то свое. Ну, а я заканчиваю. До новой встречи. Пишите в комментарии, если вам понравилось. Если вы что-то делаете под моим, под впечатлением моих видео, если у вас тоже получаются какие-то творческие работы, можете высылать мне либо ВКонтакте, либо в Одноклассниках. Мне будет очень приятно посмотреть на ваши работы. Ну и на этом заканчиваю. Будьте здоровы и счастливы. Конечно же, всем творческим людям творчества, творческих успехов. Ну и до новой встречи. Пока-пока.